Выборы пройдут максимально безопасно. Более 150 сотрудников полиции будут соблюдать порядок на избирательных участках в единый день голосования. Об итогах подготовки к нему доложил заместитель начальника полиции Владимир Макеев. Напомню, что их у нас 51 избирательный участок. Все мы эти участки обследовали. На нас такая функция возложена на обеспечение антитеррористической иных видов нарушений. Естественно, значит, нарушения, которые были выявлены, мы их в виде предложений и предписаний направили ответственным лицам для их устранения. На всех избирательных участках округа следить за правопорядком будут сотрудники полиции. Членов избирательных комиссий обеспечат транспортом. При доставке бюллетеней на избирательные участки будут соблюдены меры безопасности. Всевозможные давления на избирателей будут строго пресекаться сотрудниками правопорядка.